Он никогда не повышал голоса. Это было ужаснее всего. Ярость властелина времени. И мы поняли, почему доктор, который дрался с богами и демонами, убежал от нас и спрятался. Он щадил нас. Он заковал моего отца в цепи, закаленные в печи гнома. Он заставил мать вечно смотреть на взрывающуюся галактику. Заточил ее в ней навечно. Он до сих пор навещает мою сестру раз в год, каждый год. Возможно, когда-нибудь он простит ее, но пока она там. Видите ее? Она в заточении, в зеркале, в каждом зеркале. Вы когда-нибудь, глядя на свое отражение краем глаза, замечали какое-то движение за спиной? Это она. А меня подвесили во времени. Доктор заставил меня работать, защищать поля Англии. Мы хотели жить вечно. Доктор сделал так, чтобы мы жили вечно. Он никогда не повышал голоса. Это было ужаснее всего. Ярость властелина времени. И мы поняли, почему доктор, который дрался с богами и демонами, убежал от нас и спрятался. Он щадил нас. Он заковал моего отца в цепи, закаленные в печи гнома. Он заставил мать вечно смотреть на взрывающуюся галактику. Заточил ее в ней навечно. Он до сих пор навещает мою сестру раз в год, каждый год. Возможно, когда-нибудь он простит ее, но пока она там. Видите ее? Она в заточении, в зеркале, в каждом зеркале. Вы когда-нибудь, глядя на свое отражение краем глаза, замечали какое-то движение за спиной? Это она. А меня подвесили во времени. Доктор заставил меня работать, защищать поля Англии. Мы хотели жить вечно. Доктор сделал так, чтобы мы жили вечно.